Мы хотели вам немножко рассказать проблемы, с которыми сталкиваются разработчики всех вот этих гаджетов, которые мы сегодня, наверное, с вами обсуждаем, и непосредственно именно с чем сталкиваются разработчики российские всех этих устройств, насколько это бывает тяжело. Вот из наших... Покажи. Ну, из того, что мы делаем, соответственно, есть у нас... Да, если кто-нибудь знает, Stick and Find — такую компанию, такие носимые брелочки, чтобы не терять ключи, кошельки, сумки, телефоны, да, ну, в общем, все в таком роде. Мы, собственно, тоже сделали вот такую штуковину, она как бы уже работает, все уже готово, собственно, к запуску производства. И хотели бы рассказать, вот как раз, чтобы довести это до того, чтобы уже запустить производство, с чем это приходит сталкиваться. Потому что это уже, можно сказать, предвыпускной такой прототип уже готовый. И от начального прототипа, который там можно делать на Arduino, там, на Raspberry и так далее, это, собственно, огромная пропасть, там уже несколько месяцев, пока это все не дойдет до вот такого уже, можно так сказать, да, рабочего готового девайса. Собственно, первое, с чем можно, ну, если мы разложим каждый вот такой гаджет, да, про который мы сегодня говорили, там, условно там три части, да, то платы. То есть печатные платы, ну, в принципе, да, платы куда напаиваются? Да, поэтому здесь в России как раз проблем нету, есть различные производства, которые делают все это качественно, более-менее быстро, но если мы, собственно, просто независимые разработчики, которые с этим работаем, то мы должны понимать, что от Arduino, да, до вот такого девайса проходят итерации, не знаю, не один десяток, возможно, на производство плат при супербыстром производстве, за которое просят там 150% основной стоимости, и все равно это будет неделя. То есть все равно в понедельник отдадите, только в следующий понедельник вы получите эти платы, с которыми вы сможете типа что-то поделать. Ну, вот это вот ожидание, это все, конечно, ну, страшно удлиняет весь этот процесс. Также, несмотря на то, что вроде как в Зеленограде много там кто делает все эти печатные платы, и вроде как все хорошо, но на самом деле, когда мы сталкиваемся с такими вещами, чтобы сделать что-то очень компактное, маленькое, компактное, что как раз очень важно в носимых устройствах, и когда мы пытались сделать все это не просто там вот на печатных платах, которые вы там все, возможно, видите где-то в какой-то бытовой технике, а на гибких печатных платах, да, то оказалось, чтобы сделать это за адекватные деньги, за разумные сроки в Москве, по крайней мере, в России даже, это большая проблема. То есть это, можно сказать, ну, почти невозможно. Ну, все производство в любом случае в Китае перевозят, то есть запрос делают. То есть мы обратимся в московскую компанию, она все равно производит что-то в Китае, мы сюда пришли. Ну и лак во времени будет, естественно, месяц. Уже да. А пока сидим, ждем, вот, ожидание вот это, заработаем ли он 100%. Да, потом мы получаем плату, находим в ней какой-то баг, который просто невозможно протестировать на этапе, ну, конструирования просто, да, в компьютере. Ну вот и печалька. Потом опять месяц ждать. Да, вот есть такая, соответственно, проблема. Хотя, что касается платы, то, наверное, самая беспроблемная. Да. Дальше мы переходим к компонентам. Здесь, ну как бы так сказать, можно сказать, что их нет. Вот их просто как бы нет. Не, в России есть вот Compel компания, вот то, что ребят, да, подразделение Compel. Есть всякие чипы DIP, вольтмастеры, там вроде как большое количество этих компонентов, но для производства носимых устройств этих компонентов там, если нет, разбираться, да, детально, искать какие-то микроконтроллеры, которые вроде как в мире, ты смотришь, настолько популярны, там их, ну, миллионы и миллионы, там десятки миллионов девайсов на них выпускаются, но реально пойти и купить этот микроконтроллер в Москве нельзя. То, что продается там всевозможные различные там, транзисторы и, там, и так далее, это все, конечно, в чипе DIP в большом изобилии, но когда мы сталкиваемся с тем, что обычная розничная точка, вроде как в США или в Китае, почем она продает этот компонент с доставкой и почем продает его чипы DIP, разница в 1000%. Вот. То есть, соответственно, может быть, на какие-то транзисторы это не такие большие косты, это может быть не так много стоит. Но если что-то более серьезное, действительно какие-то там уже микроконтроллеры, какие-то, может быть,
там, более дорогостоящие вещи, то это уже выливается в копеечку. А поскольку даже и в том же самом Чинбидике много чего этого нету, это приходится заказывать за границей. Из Китая это едет там пару недель. От двух. Да, и до недавнего времени, пока не стали бороться со всеми транспортными логистическими компаниями. Ну, я думаю, все много слышали, и все, кто раньше много чего заказывали, там, DHL и так далее, и США столкнулись, когда этим летом, да? Да. Произошла эта ситуация. И да, и теперь через них возить, там нужно предоставлять там всякие... Куча документов, куча. Объяснять, для чего тебе нужно там 1000 конденсаторов, 1000 резисторов, ну, микроскопических. И под каждым нужно объяснить, да, я занимаюсь разработкой, писать прям заявление, для чего это устройство будет предназначено, а может быть я не хочу рассказывать. Ну, они боятся, что это будет производиться, там, не знаю, бомба. Ну, в общем, чтобы это оценить. В нашем раньше мы могли заказывать эти компоненты, и там через английский Farnell мы порой получали это за 3 дня. Ну, то есть за 3 дня я получаю уже сразу у себя дома, да мне в ЧПДИП тяжелее дойти, там на метро доехать, там, в общем, чем я сразу через 3 дня здесь получу. Вроде как все было хорошо, но даже этот канал как бы прикрыли. Да. Соответственно, вот это вторая часть, где мы опять сталкиваемся с большим лагом во времени при разработке, там, при заказе компании. Из Китая, Почты России заказывают. Также я вот, ну, не знаю, присутствуют в этом зале разработчики, насколько там, может, им советы. Чем более, естественно, дорогая и структурно образующая компонент устройства, там, ну, если мы возьмем, это как бы микроконтроллер, ну, как процессор у вас в компьютере, да, так вот в любом таком гаджете, это как микроконтроллер, это его сердце. Так вот, к его выбору, это вот что касается 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, это вот как раз про это. То есть надо провести очень-очень хороший действительно аудит всего того, что существует на рынке. Если мы там смотрим на... Сейчас, если вы знаете, 4-й Bluetooth, и вот его отдельная, скажем, часть — это Bluetooth Low Energy, это то, о чем как раз работают большинство носимых устройств. Так вот, под этот Bluetooth Low Energy, под него на рынке существует, ну, условно, там, сколько, ну, из популярных пяток чипов, да, но ну, лучше из них один. И чтобы действительно ткнуть не пальцем в небо и не выбрать какой-то там, то действительно нужно лучше, потом не переделывать. Лучше вначале очень хорошо подготовиться и действительно пролистать много всего везде, различных тестов там и так далее, чтобы действительно решить, с чем работать, потом и прогадать. Тут и ценовой фактор, тут и фактор, насколько удобно программисту будет работать с этим девайсом, потому что, ну, с девайсом, в смысле, с микроконтроллером. Потому что если он недавно вышел на рынок, то описание, в принципе, мало. Ну да, описание есть, но, собственно, комьюнити небольшое насчет того, как работать с этими микроконтроллерами. Какие ошибки могут программисту, это все, естественно, будет очень... Сложно, да. И опять же, у вас во время, да, растягивается, поскольку нужно изучать, если вы выбрали первый раз не тот микроконтроллер, вы сначала под него изучаете, да, референс, у которого 1000 страниц, чтобы понимать, как его программировать, да, какие команды посылать. А потом другой микроконтроллер изучаешь, он также не подошел по какой-то причине. Вот. И чтобы не было такого, нужно сначала сесть там месяц, изучить полностью рынок, выбрать единственный, и потом на этом микроконтроллере сидеть. Да, и самое обидное, это, конечно, бывает, что по ходу производства девайса у тебя возникает какая-то такая идея, о, там может быть сюда добавить еще вот эту штуку, и ты утыкаешься, что оказывается микроконтроллер твой эту штуку не поддерживает. Да, вот, и там опа, и обратная перемотка, отматываем 2 месяца назад, в общем, и заново заказываем, заново плата, и, в общем, да, беда огорчения, поэтому вот. Но это очень важно. А правильно ли я поняла, что это проблема недостаточного описания этих комплектующих? Нет, это как бы... Ну что это проблема? Это проблема конкретно разработчика, когда он подходит к разработке девайса. То есть мы просто, ну, не знаю, если здесь есть разработчик, мы просто предупреждаем, что это самая важная типа вещь, которой надо действительно лучше вначале уделить максимум времени, не сразу там типа рваться в бой, покупать там первое, чтобы попавшееся и там его изучать. Ну,
Потому что у разных этих микроконтроллеров, вот именно для программиста, который этот микроконтроллер наполняет все необходимо, чтобы этот гаджет ожил, да, грубо говоря, стал свои функции выполнять, для него у каждого микроконтроллера куча своей разной специфики. Они не все там одинаковые и программируются на одном языке программирования. Все как бы очень разное, да. Приходит в игре. Так, что там у нас еще? Ну что, теперь переходим, соответственно, к корпусам. То есть, несмотря на то, что 3D-принтеры просто сейчас очень быстро развиваются, и становится все больше и больше и больше мест, где можно заказывать какую-то печать на 3D-принтере, тем не менее, все равно есть проблемы, потому что это очень маленький девайс, и в нем важна очень-очень высокая точность. Потому что, естественно, вначале там, ну, все это тестируется там, на не одном таком пластиковом произведенном девайсе, перед тем, как мы можем сделать достаточно большую инвестицию в производство, которое занимает производство пресс-формы. То есть это, ну, то, где потом этот пластиковые корпуса будут отливаться. Это очень-очень большой пост, и он ну, это, во-первых, он в деньгах большой, во-вторых, он занимает по времени очень долго. То есть быстрее, чем за месяц, даже в Китае пресс-форму не сделают. И здесь велика как бы цена ошибки, потому что, ну, как в временной ошибке, так и в деньгах как бы ошибки. Ну, то есть, ну, не знаю, ну, то есть даже ну, на небольшое устройство, насколько там, то есть $10, и то это в Китае, да. Ну, мы говорим только как бы про китайское, потому что в России это будет в два раза дороже. Нет, для вот такой вот пресс-формы в России нам предложили по проекту SmartBoxes пресс-форму за $72,000. То есть там прям три детали было, $72,000. Для сравнения, в Китае это $10,000, там обошлась пресс-форма. Вот, да, ну ладно. Это вам называли предлагали или это... Нет, это вот мы обращались, мы хотели произвести корпуса, нам сказали, это будет стоить $72,000. Металлическая, да? Пресс-форма, которая не металлическая? Ну, пресс-форма, да, 2 миллиона. Она очень много весит, то есть там очень большая ее стоимость, это, соответственно... Кусок металла, да, из которого вырезается уже сама основа. Да, и возвращаясь, соответственно, к 3D-принтерам, как ни странно, чтобы вот такую штуковину напечатать, мы ее заказываем в Питере. И нам это обходится дешевле, и на удивление даже быстрее. Вот, потому что те ребята, которые делают это здесь в России, пару раз свяжавшись с ним, пару раз попав на то, что у них оборудование ломается, то, что мы получали в результате, как мы потом случайно оказалось, у них сломалось оборудование, и сказали на том же самом питерском производстве, и мы получили от того же самого питерского производства отсюда вот это вот устройство. И вот такой огромный миллионный город-мегаполис, а в нем не можешь такую штуку на 3D-принтинг. Ну, да. Вот такая тоже есть проблема. Соответственно, конечно же, со всеми вот этими вот проблемами хардверные разработчики было бы очень здорово, если бы именно акселераторы как раз, да, то есть, ну, чтобы, если эти хардверные разработчики не просто сами по себе, естественно, если они приходят в какой-то акселератор, и вот у них там есть несколько месяцев на создание как раз вот такого вот девайса, то в идеале, чем больше из этих проблем, которые мы вот тут осветили, решает этот акселератор, тем намного быстрее, дешевле, качественнее, собственно, получится продукт. Да, понятно, что там, если мы говорим про именно разработческую часть, в чем должен, допустим, помогать акселератор. Понятно, что там есть вторая часть, там это именно связь там, с инвесторами, VR, там, и так далее. Мы про это не говорим, мы вот именно с точки зрения разработки. И, ну, не знаю, может, мое исключительно, наверное, может, только мое. Ну, известных, как бы, есть несколько известных хардверных акселераторов, есть и США, есть несколько, насколько я знаю, китайских решений. То есть, ну, вот, китайский акселератор, из того, что я про него знаю, это действительно очень удобная такая штука, дорожечка. Но тут главная беда, что это могут себе позволить только, естественно, те, кто может на длительный период, собственно, здесь все как-то бросить, уехать туда, там заниматься,
Да, это, наверное, эффективнее, но это не все себе могут позволить. Поэтому, конечно, здорово было бы иметь, ну, что-то такое в России, в Москве, которое бы помогало решать все эти задачи. Не все из них просто возможно. А, да, есть еще одна такая интересная вещь, да, которая тоже, кстати, вот в чем акселераторы могут помогать. Если мы подходим к разработке такого устройства, вот как мы говорили, есть печатные платы, есть корпус. Программное обеспечение под микрокомпьютер. Да, естественно, для написания программного обеспечения. Да? Среда разработки для написания программного обеспечения под микроконтроллер, под мобильные устройства. Все, естественно, да. Делается не в фотошопах, ни в чем. Как бы. Это все, естественно, для этого есть специализированный софт. Этот специализированный софт это очень дорогое вложение. То есть специализированный софт для производства печатных плат это около 10 тысяч долларов. И специализированный софт для конструирования корпусов. Это еще 10 тысяч долларов. И еще там по 1000 по паре это софт для программирования под конкретные микроконтроллеры. То есть просто независимая команда разработчиков, естественно, как просто первоначальный кост, чтобы начать вот это вот все делать, она, естественно, ну, должна быть прекрасно понимать. Она не может себе это позволить. И задача как раз, ну, тоже в нашем понимании, если какие-то акселераторы, да, то. Ну, если мы, опять же, там, хотим соблюдать все законы и использовать валютное ПО, вот, то да, в этом, естественно, тоже должна быть помощь, потому что, конечно, не нужно там каждому участнику, куда входит, постоянно меняется, раздавать бесплатный софт, но там, как я знаю, соответственно, в Шэньчжэне, поскольку это вот одно место, где люди приходят, они все в нем варятся, и это все там есть, то есть, ну, пожалуйста, сиди хоть там целый день и работай за этим компьютером, где все вроде официально, хорошо куплено, и занимайся. Что вроде все проблемы. Да, все проблемы мы рассказали, вот с этим совсем мы сталкивались. Ну, для разработки вот устройства это маяк для навигации внутри помещений. А на его производство нам ушло. Технология Айгикона, если может быть кто-нибудь слышал, да. Ну вот компания Стимол, там очень известная, которая эти айгиконовские нычки делает. Ну вот мы решили, поскольку в них нам виделось и до сих пор видится огромное количество недостатков, мы решили сделать свой маяк для этой. Вот, для производства финального в Китае мы потратили целый год. То есть начали мы когда? В ноябре, да? 13-го. Нет, ну это меньше как было времени, там начали, может быть, в ноябре, в принципе, в сентябре нам уже начали делать эту пресс-форму. То есть вот этот вот пластиковый корпус, это уже не 3D-принтер, это уже из Китая, как бы полученные образцы, из отлиты, и реально, ну, то есть, как бы, готовые к производству. То есть, вот, ну, таких штук можно после этого миллионы печатать. Сделать, да. Все. Thank you.